Сколько стоит автограф Юрия Гагарина? Его тюбик с кофе и молоком или костюм белки и стрелки? В Берлине прошел аукцион космических раритетов. Купить уникальные предметы можно было онлайн из любой точки мира. Всего организаторы представили более 100 лотов. За торгами наблюдала наш собственный корреспондент в Германии Шолпан Найманбаева. Эта коллекция собиралась господином Андоррой десятилетиями. Сейчас он выставляет на аукцион самое дорогое – шлемы, скафандры, книги с автографами космонавтов, личные фотографии. Среди экспонатов и бутылка французского коньяка, из которой пил сам Юрий Гагарин в день, когда его назначили дублером на космический аппарат «Союз-1». Всего более 100 лотов. Я покупал эти вещи у своих друзей, знакомых в трудные 90-е. Не раз был на Байконуре, знаком со многими замечательными людьми, которые участвовали в подготовке космических полетов, строительстве кораблей. Знал лично космонавтов Павла Поповича и Алексея Леонова. Это особенная коллекция. Костюм знаменитых «Белки и стрелки» – самый дорогой лот аукциона. Именно в нем четвероногие готовились к своему первому полету в космос. Стартовая цена реликвии – 4000 евро. Но прогнозы организаторов превзошли все ожидания. Костюм «Белки и стрелки» ушел с молотка за баснословную сумму – 14 тысяч евро. Стать хозяином легендарного космического снаряжения хотели и немцы, и американцы, и словаки. Ставки росли каждую секунду. В итоге обладателем драгоценного лота стал гражданин Франции. Это те возможности, которые предоставляет нам онлайн-режим. Любой человек со всего мира, сидя со своим смартфоном и своей планшеткой, и со своего компьютера, может участвовать в аукционе. Это достаточно очень такой демократический процесс, который позволяет широкому люди коллекционеров объединиться и участвовать в онлайн-торгах. Это, как мы говорим, 21 век аукционерных торгов. Аукцион длился 4 часа. Сейчас коллекционер подсчитывает свою прибыль. Независимо от того, насколько выигрышными оказались торги, часть из вырученных денег он обещает отдать на благотворительность. Шолпан Найманбаева, Тарас Сякерка, Берлин, Германия.